Всем самое доброе утро. Сегодня пятый день. Мы находимся в Египте, в Шарм-эль-Шейхе. И вот я пришла вам показать. Наверное, надоел уже этот вид, но это вид с нашего балкона, с нашего номера. Сегодня прекрасное солнечное утро. Хотя передают после 12 будет очень сильный ветер. Но посмотрим. Итак, наш отдых продолжается. Все ошибки, которые я сделала во вчерашнем видео, я исправлю по поводу птичек, которые плохо были видны. Но я повторяю, что я учусь. У меня все впервые. Я еще так не снимала, поэтому ничего, я все попробую исправить. Ой, кто-то уже в бассейне там купается. Да. Ну хорошо, хорошо, тепло, очень так спокойно, даже вот пальмочки не шелохнутся, оно передает ураган, прям сильный ураган. Ну посмотрим, все увидим. Итак, я предлагаю своим зрителям, кто меня смотрит, пожалуйста, не подписан, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы вам приходили оповещения с YouTube о новом видео. Ну и ждем новых просмотров. Наконец-то поймала фокус. Еще лови, смотри, послушай меня. Ближе пристав, чтобы я сейчас вот сюда переставлю, попал. Опять потеряется смотри, фокус. Черепаха. Смотрели, да. Черепаху видели, да. А ну опускай чуть ниже. Вот они наверху. Смотрите, как они целуются. Да, 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 да. Ой. Да, да. Снимай. Да, снимаю. А то вчера у нас не получилось. А сегодня вот, смотрите, все по парам. Голубочки такие целуются, любят друг друга. Ой, прижали друг к другу, но такие уматные. Ой, какие они вкусные. Просто любо-дорого смотреть. Слава Богу, что получилось. А то вчера и так, ну ничего, сегодня получилось. Ты кормишь, да? Да, 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 да. Так, ну давай ты корми, а я буду снимать. Вот это самый хитрый, видишь? Вот какие они все. Самый хитрый. Жирненькие. Да, да, да. Эта часть залепит наверх. Смотри. Смотри, смотри, смотри. Сейчас. Сейчас залетит наверх. Идите станет. Покормите. Они такие, смотри, какие крупные головы. А черепах посмотрим. Черепах. Да. Ой, какая. Ой, какая хорошенькая. Ой, какая. Лапочки. Лапочки. Ой, какая красота! Ой, ты моя хорошая Чипочка-Чипа! Чипочка-Чипа! Ты тоже хочешь кушать, да? Тебе тоже надо травки принести, капусточки. Да, да. Принесем капусточки. Капустка, огурец. Ой, какая хорошая. Слава, смотри, какая. Угу. Фотографируем вместе, можно. Красавица. Можно красавица. Спасибо. Ой, ой, девочки сейчас будут позировать. Ну что? Я ну, не хочу вот эту накормить, а... А та наглая хватает все, да? Угу. О, дерутся уже. Отогнали. Отогнали, да. Опять, смотри, выхватил, на ходу выхватил. Ой, как красиво. Как тут здорово. Слава решил устроить завтрак для птичек. Все скормил? Да. Все семечки? Да. Ну все, дорогие мои, мы пошли дальше. Проходим мимо, опять растет портулак. Ну как же не насобирать семян? Надо обязательно. И вот нам даже помогают. Спасибо.
Продолжаем. Посмотрим сейчас, как делают блинчики. Да, попросила девочка, чтобы я показала ей, Сашенька из Америки. Показываю тебе, как делают блинчики. Блинчики заправляют как сыром фета, так и джемом. Понятно. То есть кто как любит. Или сахарной пудрой. Сейчас посмотрим, как он будет переворачивать. Саш, поверь, вкусные. Мы проверили уже. Ну я хорошо. Делай его тоньше. Должна быть такая палочка. У них нет такой палочки. Нету. Поэтому он неравномерно получается. Угу. Это уже очень большой. Все, хорош, хорош, хорош. Теперь приподняли, посмотрели, положили, приподняли, посмотрели, а потом перевернули. Ты же не дома. Спокойно. Посмотрели. Еще чуть-чуть. Час. Кушать хочется. Там мы вчера я целый суяс кругоды летела в Украину, с Украины в Шарм. А чего так? Так надо? Не о, знаю, зачем, да? Мне так сказали сделать. Поэтому еще можно было. Опа! О! То, что надо. Пожалуйста, пожалуйста. Мы с удовольствием. Мы вчера не ужинали, мы так, я вчера не обедала, не ужинала. Это не еда, конечно. Лучше, чем ничего. Ну все. Да, все. Всем добрый вечер. Сегодня днем ничего не снимали, было очень жарко, и мы после обеда пошли в номер, проспали до ужина. Сейчас поужинали, хотели пойти в Лейлу в 1001 ночь. Но опять-таки какая-то лень такая наступила, не хочется идти. А сейчас еще должна быть живая музыка, хотим послушать живую музыку. И, наверное, в 1001 ночь пойдем завтра. Там, конечно, очень все красиво, хочется вам показать. Здесь у нас вот вход на ресепшн. Так что такой у нас сегодня был короткий бложик. Напоминаю, вы были на канале Алла Гейтман. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Всем приятного вечера. До новых встреч. Всего всем доброго. Пока-пока.